Влад, первый нынешний сбор, он такой же, как и все другие первые сборы? Не знаю, мне этот сбор кажется немного легче, нежели когда мы были в Марбелле в прошлом году. Вот, не знаю, пока как-то легче переносится, видимо, изменили программу немного. Вот, но пока что чувствую себя хорошо. Может быть, психологически легче, потому что знаете о турнирной таблице? Наверное, знаем работу, до этого я ее не делал, а тут она уже знакома, наверное, поэтому и легче дается. Работу имеешь в виду штаба Юрия Семина? Да. Ну, такие чуть-чуть изменились тренировки, но в целом похоже, что и в прошлом году было. Это что в основном, физика? О тактике пока нет разговоров? Ну, немного бег изменили, вот, то есть в прошлом году немножко потяжелее было, сейчас полегче переносится. А тест давали на выносливость, да? Расскажи о нем поподробнее. Пробежали этот тест ее. Сначала обрадовались, когда на поле приехали, не увидели эту станцию, думали, отменили. Вот, а потом пошли на другое поле рядышком, и там все уже готовенько стояло. Вот, ну, пробежали, выполнили программу. Вот, в принципе, я думаю, тренерский штаб доволен, как пробежали. Оцениваешь, как себя принято в процентах спрашивать? Пока процентов на 60, наверное, да. Цель на первый сбор? Набрать хорошие кондиции, да, выдерживать нагрузку. Вот, хочется сыграть полностью игру, проверить свои силы. Вот, и, конечно, главное без травм.